визитной карточкой стремительно развивающегося современного города Харькова стали уникальные культурные проекты и массовые праздники. Департамент культуры Харьковского городского совета разработал стратегию развития массовой культуры города. Были сформированы постановочные группы, в которые вошли лучшие творческие силы мегаполиса. Благодаря последовательной политике Харьковского городского совета были реализованы единственные в своем роде масштабные проекты и заложены традиции новых площадных праздников. Впервые в Украине был применен опыт мирового театра и зарубежных шоу. Технологичное обеспечение мероприятий. Оригинальность и креативность. Динамичность действия. Масштабность. Применение современных выразительных средств. Изготовление реквизитов и оформление. Современные зрелищные костюмы. Сотрудничество творческой группы с административными службами. Технология быстрых репетиций. Участие в любительских коллективах и оформление. Традиция проведения открытия и закрытия малых Олимпийских игр возникла в 2010 году. Мировая практика создания массовых зрелищ со всей очевидностью показывает, что массовые праздники тогда становятся по-настоящему красивыми и яркими, когда удается объединить эстраду и спорт. Яркое зрелищное шоу поднимает престиж спортивных соревнований, дает дополнительный стимул юным участникам. В разные годы театрализованное представление имело свою оригинальную концепцию. Действо раскрывало темы, связанные с историей и саможанщиной, гармоничной красотой человека в спорте, с европейским будущим нашего города. Это уникальное зрелище включает в себя все неотъемлемые церемонии и ритуалы проведения Олимпийских игр. Это торжественный вынос факела, факельная эстафета, церемония зажжения олимпийского огня, парад приветствия и построение команд олимпийцев, а также церемония их награждения, использование уникальной атрибутики и символики. Главный режиссер праздника – заслуженный деятель искусств Украины Алексей Алексеевич Остаченко. Какие современные технологии и что мы хотим сделать в этом ДК
и как дальше реализовывать новые проекты. Нас, покажи нам ролик нашего театра. Которые
Чему я это говорю? Не потому, что я хочу вас удивить чем-то это. Нет, у меня такого желания нет. Просто мы этот проект долго делали. Сейчас этот проект заканчивается. Он стоил нам 1,5 миллиона. Проект, именно только проект. Еще реализации его нет. Она наступает у нас в следующем году. И со следующего года это здание будет переоборудовано под европейские стандарты, которые должны быть в этом. Дорогой проект, сразу могу сказать, да, дорогой. Но от чего мы исходим из того? То, что современная индустрия, то, что мы видим в кино или где-то там в других местах, не позволяет нам работать так, как мы работали вчера. Нам нужно идти вперед и догонять те страны, которые давно уже впереди нас и намного. И когда ты приезжаешь, смотришь спектакли, концерты, праздники, мероприятия, которые делают другие, ты начинаешь удивляться, почему мы до сих пор этого делать не можем. Так вот, можем мы делать, и мы действительно идем вперед. Исходя из этого, почему возникли вот эти вот подъемные механизмы, мы решили показать вам в нашем театре, то, что мы эти подъемные механизмы используем даже массовых зрелищ. Мы делаем очень большие мероприятия. Сейчас мы вам покажем кусочек мероприятия, где вот эти вот подъемные механизмы у нас работают и прямо там вот на сказочном шоу, которое это у нас Аладдин во дворце спорта, который мы Джин Всемогущий, который мы осуществляли. Настя, покажи, пожалуйста, подъемный механизм, как он у нас. Ну, к сожалению, без звука, но не важно. Вот, пожалуйста, использование спиролифтов в современной индустрии, централизованно, вы видите, большая кобра поднимается на высоту 6 метров. И после этого, создавая ощущение того, что это действительно сила, могущество и это, спасибо, Настя. Использование вот таких вот сценических конструкций, это сегодня, как бы мы говорим, этап развития нашей индустрии, чтобы показать зрителю и вовлечь его в конкретные предлагаться. У нас здесь, как вы видите, вот здесь вот впереди, если вы видите полоса ограждения, это люк провала. Там под этой пустота. В эту пустоту будут вставляться подъемные механизмы, и перед вами, перед вашим лицом эти все механизмы будут работать, подниматься и опускаться. Мы говорим о том, что сегодня, на данном этапе, использование вот таких вот спиролифтов, использование разных эффектов, которые могут произвести для зрителя какое-то ощущение, знаете, какой-то неповторимости, сказочности, правды или других. Это касается не только сказок. Мы потом будем говорить и о других мероприятиях, которые мы делаем. Это, оно дает очень яркую окраску. И использование их не очень дорогое. Мне говорят, да, спиролифты, там они же, это дорогая штука. То, что вы сейчас увидели, это не спиролифт. Это обычный подъемный механизм, который используют строители. Которые мы использовали, но все думали, что это действительно фирменный спиролифт. Нет, это конструкция, которую ее можно использовать, ее задекорируешь, и никто вам не скажет о том, что вы используете это. Поэтому использование таких вот элементов мы действительно используем. Теперь, что бы мы хотели дальше вам... Дальше мы показываем какие-то элементы. А покажи нам, пожалуйста, еще элементы декорации, которые у нас движутся, да? Ну, вот у нас это верхний подъемный механизм, этот подъемный механизм, который вы видите, поднимает двух действующих персонажей. Если до этого подъемный механизм, как я вам говорил, строительный, он людей не может поднимать, он поднимает только конструкции, то вот это настоящий спиролифт, который поднимает людей, он сертифицированный, и вот они используют, создает полное ощущение, как будто бы добавляя туда силищий дым, если вы знаете, что такое тяжелый силищий дым, вы получаете картинку в облаках. То есть так они как будто бы летят в облаках. Вот то, что вы сейчас видите, это где-то приблизительно так. То же самое конструкции, которые открываешь и закрываешь, как мы говорим. Покажи нам пещеру, пожалуйста.
Вот, пожалуйста, конструкции, которые мы используем, которые то же самое, управляемые, управляет ими один человек, сидит, это открывается пасть, она закрывается, используются декорации, которые это все реально на сегодняшний день, и мы это тоже вот используем. Значит, говоря о таких вот моментах, мы говорим, что мы не только используем декорации, как вот элементы. Мы еще используем, как говорится, человеческий фактор. Начиналось все с маленького. Если вы помните, был такой телепроект «Майдас», с которого мы, так, в принципе, и начали, как мы говорим, такой вот большие массовые мероприятия, где у нас появилось большое количество людей, очень большое. Покажи нам, пожалуйста, кусок нашего парада. І справді, минуле нашої країни насправді величне. Саме тому парад команди Харкова присвячено усьому найкращому, що зберегли наші серця з часів Радянського Союзу. Це ностальгія по СРСР. І плюс злати майстер, який робив хореографію. Це такий собі інтернаціонал по майданцівськи. Я, ти, о, вона, місце ціла страна. Фізкульт привіт усій країні від Харкова. Комсомольці, піонери, студенти, просто красунчики. Це мрія для кожної радянської дитини. Не дивлячись на жахливі погодні умови, на сильний дощ, діти маленькі мокрі стоять і танцюють на Майдані, але вони борються за мрії свого рідного міста. Як велично, як гарно. До речі, мрія Харкова дуже і дуже благородна. На виграний мільйон гривень вони хочуть відбудувати фонтан в центрі міста. І фонтан цей на честь майданця, щоб кожного року там збиралися молоді люди і влаштовували грандіозні флешмоби. Зараз команда Харкова на ваших очах уже сформувала слідну смугу. І кроме того, що построєння керамічної штуки, яку ми зробили, ми потім будемо розказувати о других мероприятиях і штуках, як вони робляться. То же саме, те, що ребята розказували, мої колеги, педагоги, використовували спецефектів, прямо тут ви зараз це побачите. Вот типа она полетела.
І ця ракета зараз запуститься з їхньої платформи. Але як же ж приємно знову почути цю незабутню мелодію, адже раніше саме по ній увесь Радянський Союз звіряв свої годинники. Мир, труд, майданс! І ніяк інакше. Тільки подивіться, який величний вигляд має ця фігура. Це вічний рух атома, це символ розвитку радянської науки. А як же інакше, що за наукою майбутнє. У цьому проєкті було задіяно дуже багато людей постановочно. І всі мої студенти, які у мене були на курсі, вони всі стали помічниками режисера цього проєкту. Тобто я говорю про те, що наші ребята, які участвують з нами вместе в каких-то больших проєктах, имеют такой колоссальный опыт, которого, наверное, многие могли бы сказать, что да, мы бы хотели бы это иметь. Поэтому проекты, которые мы делаем, все сейчас проекты на площади лета, они действительно большое количество людей, от тысячи людей до 5000. Сейчас мы хотим вам показать один из проектов, который мы делаем. Это наша личная придумка. Это проект, который называется «Дети Харькова за мир». Эта идея родилась после того, когда ко мне обратились в музыкальную школу с тем, чтобы как-то вывести музыкантов, детей, которых их очень много в Харькове, для того, чтобы они показали свое мастерство. Вот. И было решение у администрации сделать в этом театре концерт, все это. Я предложил совершенно другой проект. Я предложил собрать все музыкальные школы лучших музыкантов, а получилось, что их очень много, плюс собрать детей в хор. И плюс соединить это с профессиональным оркестром. И в результате этого родился проект «Дети Харькова за мир». Сейчас Настя покажет кусочек, а я расскажу, как это все делается. Среди оркестров видишь внизу, на верху стоит хор. Детство, детство — это свет и радость. Показывай, я слышу тебя. Я тоже тебя. Вот это, вы видите, стоят танцоры, которые заряжены на свой выход. В этом проекте участвовало 3000 детей. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться. Я вам специально показываю картинку сверху, для того, чтобы показать, рассказать вам, чем это занимается. Должны смеяться дети, должны смеяться дети. Звезды.
А хотілося б немножечко пообщатися з вами і розказати, що таке сьогоднішня сучасна режисура і чому ми говоримо швидка постановка. Да? Вот таких вот массовых мероприятий, независимо, будь то это стадион, я вам не показываю маленькие стадионы школьные, где мы тоже делаем праздники и концерты, а буду рассказывать о том, как это все создается. Итак, все очень просто. Садятся три человека. Это режиссер и постановщик. Человек, который сидит за компьютером, называется он визуализатор. Он создает визуализацию того, что происходит на самом деле, и балетмейстер. Нас три человека всего. И мы садимся для того, чтобы создавать проект. Начинается все... А, и художник, извините. Совершенно забыл, что сказал художник. И мы вчетвером начинаем создавать проект. Каким образом? Вначале мы понимаем, что у нас есть площадка. Ну, например, будем брать дворец спорта. Это у нас 30 метров по глубине, 70 метров по ширине. Мы знаем свои габариты, мы знаем высоту 12 метров. Все, нам больше ничего не нужно, нам нужно будет двигать. И дальше мы начинаем, как говорится, придумывать и монтировать схему. Дай, пожалуйста, визуализацию. Итак, мы начинаем рисовать. Рисовать что? Рисовать сцену, которая нам... Рисовать, например, помост, который нам нужен. Рисовать образно какие-то вот декорационные моменты. Следующие три листа я успевать буду говорить. Вот вы видите, расстановка даже цветовых приборов. Мы начинаем это все делаем в компьютере. Мы никого еще не трогаем, ни техников, ни актеров, никого, ничего. Мы смотрим это со всех сторон, справа, слева, сзади, как это будет смотреться, как зритель будет смотреть. Видит ли он выходы актеров сбоку или слева или справа. Потом мы получаем какую-то вот приблизительно вот такую вот картинку. Но это поле, мы же понимаем, что это дворец спорта. И что на этом поле пустое оно не может быть, там должны быть декорации. Декорации есть нескольких видов. Одни это те, которые выезжают, вы знаете, на роликах. Это часто используют все остальные. Или подъемные, которые вы видите сейчас. Они висят, не создавая никакого ощущения, они как антураж висят. Это образно сейчас пирамиды, потом дальше там появляются какие-то декорации. И потом мы их опускаем, например, и делаем визуализацию. Следующий слайд покажи нам. Вот так они опускаются. На самом деле это все картинки, на самом деле это все живое, чтобы вы понимали. Вот те, кто занимался визуализацией или 3D-маппингом, те знают, что это все в движении, оно все трансформируется, открывается, закрывается. Мы видим все, что нам необходимо. Покажи нам, пожалуйста, следующую. Вот, пожалуйста, то же самое. Это уже оперный театр. Это уже проект «Русалочка». Мы тоже делаем этот проект. Вы видите, перед этим был интермедийный такой вот образ. Потом за ним скрывается корабль. Мы открываем это, у нас появляется корабль. Дальше у нас есть кадры, где вот нам не нужен корабль. И у нас переход. Есть следующий кадр, слайд? Да, и вот, например, корабль уехал, мы видим тут те картинки, которые у нас существуют. В этот момент мы можем в этой картинке расставить людей. Покажи мне, пожалуйста, визуализацию свет, там где первая папка визуализация. Вот смотрите, вот мы расставляем людей, вот дворец спорта. И плюс я завожу в компьютер те приборы световые, которыми вы будете пользоваться. Будь то бимы, фотобимы, будь то прожектора, они создают определенную освещенность. Эта освещенность заложена в программу. Мы это можем реально посмотреть, какие эффекты делают ваши приборы и показатели. И увидеть во дворце спорта, посмотрите, темные места, вы видите? Я как режиссер вижу, что там надо свет. Я понимаю, что туда надо добавлять какие-то световые приборы и какие-то элементы. Или туда не выводить людей, потому что я знаю, там слепая зона. И балетмейстер, который сидит со мной рядом, он видит эти слепые зоны, и когда он строит для себя хореографию лета, он понимает, что происходит на данный момент. Пожалуйста, если можно, дай мне массовое мероприятие. Это касается того, что дворца спорта. Вы скажете площадь, то же самое.
площадь, пожалуйста, вот вам проект Масленицы. Масленица на площади. Мы тоже создаем визуализацию проекта. Круглая сцена по центру площади. Диск в виде солнца, на котором находятся световые приборы. Мы это рисуем, мы это смотрим, как это. Справа и слева, то, что вы видите, треугольники с головами, это инсталляции районов. Каждый район привозил свою эту самую чучело, будем так говорить, чучело и выставлял их. Сейчас мы визуально видим на площади, какую площадь занимает каждый район, где у него находится, мы можем вот эти вот головы передвинуть. Они могут туда доставить домики, доставить все, что им необходимо. И они получают готовый проект, где, на каком месте они должны все это поставить. Где, на каком месте должны стоять это. И то же самое мы можем развернуть. Вот это просто уже схематически, потом сверху мы делаем такую схему для всех районов, чтобы они понимали, где у них что происходит на данном этапе. То же самое, я говорю, что это не только здесь. Последний проект, который мы делали с Кащем. Пожалуйста, последний проект у нас вот был, и вот мы тоже создаем. Создаем с художником визуализацию. Это Малефисента или Спящая красавица, которая больше для вас знакома. История там все понятна, что у нас есть два королевства. Мы понимаем, Малефисента это лес, где живет она, и второе королевство, где живет Аврора. Мы делаем три королевства, потому что по нашему замыслу Аврор увозят тетушки. Как мы знаем, по сказке они ее увозят в лес, так, чтобы не нашла Малефисента. Мы делаем ледяное королевство, потому что для нас, как для режиссеров, по нашему замыслу, нам было интересно лес, зимнее королевство и по центру основное королевство. Это было связано и с тем, что это Новый год, что это должно быть какая-то зимняя украса. Мы придумали для себя, что это должно быть зимнее королевство. Вы сейчас были наверху и видели декорации вот именно с этого проекта. Вот они выглядели вначале вот так. Этот художник рисует, сидит здесь возле компьютера. Мы снимаем его рисунок просто на обычный фотоаппарат. Запускаем в компьютер и заводим это в нашу программу 3D. Показывай дальше. Заводим, и вот у нас есть рисунок нашего, рисунок нашего дворца спорта. Вот мы видим трибуны, мы видим выходы, и вот это зрительный зал, мы поставили кресло зрительного зала, который там есть. А сюда, на этой момент, это мы видим как бы со сцены, что у нас происходит. Как вы видите, полукруг этот, мы в этом году, как говорится, каждый раз пытаемся креативить и чем-то удивлять, потому что очень публика в Харькове, скажу честно, разбалованная. Вот, и поэтому чем удивлять, это очень сложно. Очень сложно, потому что найти какие-то выразительные элементы, которые не было еще. Мы в этом году использовали фонтан. Вот он стоит у вас, круглый, как вы видите, это фонтан, который мы использовали в нашей работе. Поехали дальше. Итак, вот у нас с художником вырисовываются детали. Мы понимаем, что края – это у нас звездное небо, которое закроет выходы актеров и закроет выезды технических декораций или там элементов больших ростовых кукол, которые используются в нашей. Вы видите, по центру у нас находится наш фонтан. И мы делаем два боковых наклонных пандуса, и они белые. Почему они белые? Потому что мы очень много используем проекции. Вы сейчас видите светодиодный экран. Это хорошо, но не везде и у всех есть светодиодный экран. Поэтому мы берем, делаем белые пандусы для того, чтобы делать на них проекцию. И их делаем специально белыми. И так как у нас есть центральный замок, мы его делаем, как будто ограждаем двумя рыцарями. Это по нашему замыслу рыцари, которые охраняют центральный замок. Слева это будет замок у нас Малефисенты, это лес, а справа будет ледяной замок. Если вы видите элементом зимнего замка, там вот с правой стороны, вот сейчас правда в синем цвете, медведь стоит большой, вы его видели наверху. Он там стоит белый, и волк, и сова. Это все это элементы как будто бы зимнего замка.
А здесь все переплетено, здесь, конечно, больше деревья, коряги и все остальное, которое используется этой декорации. Вверху вы видите зеленые шары. Это, как говорится, ноу-хау у нас. Это называется кинетика, кинетические шары. Они начали использоваться совершенно недавно. В основном их использовали дискотечные клубы большие. А сейчас они появились как бы в продаже. И мы можем свободно их приобрести и использовать. Что делают кинетические шары? Они поднимаются вверх, опускаются. И самое главное, меняют цвета. Меняют цвета так, как вам надо. То есть они могут застыть в определенном моменте, поменять цвет, как вам нужно. Все это компьютерное управление. Ничего, никто не переключает автоматы, ничего. Одна кнопка меняет все. Пожалуйста, следующий. Вот мы опять же поворачиваем с разных сторон, видим, где и чего у нас есть. Дальше. Вот у нас, видите, расставлять начинаем людей. И начинаем визуально смотреть, с какой точки нам не видно, или там где-то у нас, мы крутим полностью, схематически, вправо-влево, для того, чтобы найти это. Следующий раз. В конечном итоге, следующий. И следующий. Мы видим, теперь для того, чтобы исполнить это, то, что вы видели наверху, мы берем нашу схему, то, что мы ввели в 3D, и разрезаем на квадраты, для того, чтобы художник мог понимать, и тот изготовитель, который делал это все, а большинство изделий делаются сейчас из пенопласта, вот пенопласт, а сверху это уже фанера. То есть сейчас вы видите, разрисованный по квадратам, потом он уже реализовывается конкретно, каждый квадрат делается, потом он соединяется уже по нашей схеме. Дальше. И вот сам монтажные работы, которые приводят его уже ближе к тому реальному факту, который будет это. А что в результате получилось, Настя, пожалуйста. Извините, я дополню Алексея Алексеевича. Над созданием такого шоу, конечно, работает не один человек, не один хореограф, не один режиссер, не один художник, не один костюмер. Это цех, очень большой цех, многого количества людей, многих помрежей, многих художников, многих хореографов. Есть один главный, да, у нас хореограф-постановщик, который является центральным. Он как бы задает основу, потому что у всего должен быть один стиль. И у этого хореографа есть подчинение еще определенный ряд хореографов-постановщиков. То же самое у нас и с оформлением, и с костюмами,
и с режиссурой. И непосредственно помощником режиссеров, конечно же, на таких мероприятиях являются студенты нашей Академии культуры, которые учатся у нас, которые работают с нами, выпускники наши. Они также являются участниками не только как режиссеры, но также как актеры, также как постановщики. Вот, это все, что я хотела. Так как у нас так пошел, что я иногда разговариваю, вы вообще останавливаете меня. Если вам что-то нужно спросить или это, вы останавливаете. То меня очень трудно остановить, я же говорю, я очень такой несерьезный режиссер. Поэтому вы можете до вечера со мной сидеть, я буду разговаривать. Так что вы меня тормозите, хорошо? Вопрос, да, пожалуйста. А сколько времени организации? Вот сейчас я вам рассказываю. Сейчас мы делаем проект на этот Новый год. Мы его начали уже делать. Мы сидим втроем, вчетвером сейчас и работаем. Мы делаем сейчас Щелкунчика. Сложный проект, очень сложный, я вам говорю. И вот сейчас, это уже март месяц, да? Вот март. Вот мы март начали. Постановочный период с хореографами начинается в ноябре. А сценарий уже есть? А сценарий пишется за лето. Смотрите, есть, вот, чтобы вы понимали, сценарий, это не наш, есть сценарный план. Вот мы больше работаем по сценарному плану. Мы написали себе сценарный план, мы написали картины. Для декорации, для этого как бы достаточно, для того, чтобы создать. А вот уже детализированные какие-то моменты, что-то добавить, что-то это уже потом мы находим в процессе работы. А сам процесс, вот я вам говорю, хорошие проекты делаются годом. Но при этом количество людей, которые у меня участвуют в проекте, а их там более 800 человек в новогодние елки, то я вам говорю, что они заняты. Образно, репетиции 10 у них. 10 репетиций. Все остальное мы делаем за пределами этого. Мы все где-то там вот это. У них есть наработки хореографические, то есть они где-то у себя в помещении сделали. Я не говорю, сколько они там делали, они могли там и 2 недели репетировать, и 3 недели репетировать. Но они приходят ко мне во дворец спорта, и вот дальше начинается, все, что они делали там, мы меняем. Но потому что не из-за того, что я вот такой вредный. Я приезжаю, смотрю, говорю, да, вот, классно, супер, а давай вот так. Балетмейстеры на меня все смотрят вот так, вы знаете, да? Они очень меня любят, потому что я всегда все меняю. Вот. И потом, в конечном итоге, когда мы приезжаем во дворец спорта и начинаем что-то делать, я говорю, так подождите, мы же делали что-то другое. Я говорю, правда, да? Ну давайте сделаем вот так, да? И вот тут вот начинается, вот это творчество называется момент, когда тут рождаются идеи, рождаются какие-то моменты, потому что не все в кулуарах ты сможешь это. А вот насчет визуализации, тут уже вы никуда не пойдете. Тут или вы правильно пошли путем, или вы ошиблись, но это ошиблись уже окончательно. Потому что запущена работа. Декорации делаются, ну где-то месяца 4. Месяца 4 делаются декорации. Очень тяжелые декорации, они сложные, тяжелые в том плане, что очень в исполнении. Людей немного, чтобы вы понимали, чтобы создавать шедевры, в Харькове их очень мало. И мы каждый, естественно, из режиссеров знает, кто это, и мы перетягиваем друг у друга их это. И заранее, там, например, то же самое, как куклы. Вот говорят, там, например, у меня там, например, в театре больше 1500 ростовых кукол. Но я еще раз говорю, эти куклы, которые вот мы тоже их изготавливают определенное количество людей. Да? Вот нам сейчас куклы изготавливают в Донецке. Вот говорят там, а мы работаем с ними. Работаем с ними, потому что они качественно делают, понимаете? И хорошо делают. Ну, для меня вообще границ не существует, поэтому я немножко дам. Участвовать в этом проекте. Я вам говорю, был сложный проект «Дети Харькова замена».
был сложный проект, потому что надо было репетировать. Дети, оркестр репетировали гениальных произведениях группы Queen, Майкла Джексона, это. Они пели и они играли. Родители приходили, у них на лице выражалось, что вы делаете с детьми. Они приходили ко мне на репетицию, но до меня не доходили. Я был на сцене, они куда приходили и увидели сам процесс. После этого родители приходили и гнали детей сюда к нам. Понимаете? Это нужно просто увидеть. Один раз, это как, знаете, вот я говорю, театр — это заразная болезнь. Один раз придешь, это, вот они один раз со мной побыли в новогодних елках, а теперь мы пытаемся уже извиняться, вот так раскланиваться, извините, но нам нужно вот только такое количество людей и больше никаких. При этом я вам могу сказать, тяжело было, да, но я выбор для того, чтобы детей кормят, за детьми ухаживают, у них там медсестра, у них там чай, кофе постоянно есть. То есть какие-то такие вот моменты бытовые, у них там более-менее, понимаете? А, руководителя нет, это город, это все город платит. Чтобы вы понимали, да, город дает финансирование на эти проекты именно руководителям. Руководители привлечь, они же должны быть заинтересованы. Да, я вам могу сказать, коллективы заинтересованы. Во-первых, костюмы. Мы шьем конкретно для этого коллектива, мы не шьем их для куда-то это. Этот коллектив выступает, он потом может взять в городе эти костюмы, выступать, где он захочет, понимаете? То есть стимул тут, я не могу сказать, почему, тут очень много таких вот аспектов, которые могут быть, понимаете? Таких костюмов, как это, они не пошьют у себя в этом, потому что на эту сказку это все-таки проект города, и он финансируется. Не так, как хотелось бы, конечно. Вот, финансирует. Да. Вот это я самое главное хотела вам услышать. Я могу сказать, первый раз, когда вот мы делали, это еще начиналась «Снежная королева», и нам сказали, что, ребят, вы понимаете, все такое. Была сказка, все на голом энтузиазме. Я вам сразу могу сказать. Привезли только свет. Все остальное был голый энтузиазм. Ребят, все такое. Город увидел один раз. И после этого говорит, давайте так. А когда мы уже пошли показывать, что можно сделать еще лучше, дайте нам еще, и мы сделаем еще лучше. Вот это да. Мы начинали, но я вам могу сказать, без единой копейки. Как я и говорю, я пришел в театр, у меня было два прожектора, вот таких вот старых, как вот наверху висят. Вот там они остались, мы их как раритет держим, для того, чтобы показывать. Вот это было раньше. А сейчас мы совершенно с другой техникой работаем, понимаете? Но я пришел в театр, действительно, выпускником, я с Сергеем Ивановичем учился на курсе, вот. Я пришел выпускником в театр, работал в «Дергачах», сдавал свою дипломную работу в «Дергачах», я надеюсь, если «Дергачи» где-то были, вот. И там показывал свой дипломный спектакль. Потом я уже забрал театр, приехал сюда в Харьков, и в Харькове уже начал работать. И я могу сказать, тяжелый путь был, тем более это время, вы же знаете, когда с финансами вообще проблема была, что мы 70 гривен, это было ого-го, получали руководители коллектива, понимаете? Сейчас я при этом все это, мы старались работать, мы просто пытались доказать, что мы что-то можем. И вот это самое главное, я учу своих студентов. Вы каждый день, каждое утро просыпаетесь и говорите, мы можем, а не то, что силы, как это делать? Нет, выйдите и все. И скажите, пусть вы лучше ошибетесь 25 раз, но вы ошибаетесь, тогда у вас что-то получится. Вот этот момент, извините, да. Для себя и для вас. У нас же диалог, а это докладчик там глупый. А теперь давайте перейдем немножечко. Мы начали говорить о декорациях, говорить о визуализации. Визуализация — это да, это будущее. Я сразу говорю. Будущее для всех режиссеров, которые пытаются создать шоу. Это касается не только массовых зрелищ, праздников, концертов. Это касается ваших творческих работ, так как многие будут режиссерами, наверное, придут к нам в Академию Сергею Ивановичу или там кому-то попадут на курс и станут великими режиссерами и будут нас учить, как там ставить сегодня эти самые праздники и концерты. Но в любом случае есть этап как бы создания, кроме визуализации, еще, как мы говорим, визуализация декораций. У нас, у всех, у многих, как мы говорим,
финансовая недостача для того, чтобы сделать на сцене какие-то декорации. Особенно это у студентов. Они мне все время рассказывают, что у них денег нет. Я говорю, это прекрасно, что денег нет. Вот с этого и начинается творчество. Денег нет, а надо создать. И естественно, вот сейчас очень популярное создание картинок с помощью видео. Будь то у вас светодиодный экран или будь то у вас проектор, это сейчас не важно. Тут уже будет зависеть от того, какой свет вы выставите и как вы будете делать, чтобы ваш проектор был виден. То есть по щелчку, например, мы можем оказаться в сказке. Правда, Настя? Вот я щелкаю ему в сказке, да? Поехали? Дай нам сказку. Настя. Нет. А, ты хочешь так выключить, да? Нет, Настя, дай нам вот этот... Нет, видеосказки, пожалуйста. Сказочную картинку дай нам, пожалуйста. Покажи, что мы сейчас прочитали сказки. Ну, например, вот такая. Теперь мы сюда, к этой картинке, добавляем декорационные выезжающие там котички, выезжающие там костюмчики, и все у нас становится как сказка. Все очень просто, ничего сложного нет. То же самое, как элемент, мы говорим, что-то, по-моему, Игорь рассказывал про голограмму и про это самое. Моменты, как мы создаем шоу. Я это использую очень много в сказках, во дворце спорта, в массовых мероприятиях здесь. Опустите, пожалуйста, это самое. То, что мы называем голограммой, или люди называют это, как говорится, показ видео на сетке. Вот вы видите сетку, вы ее видите. Потому что эта сетка, это самый дешевый вариант сейчас. Эта сетка москитная. Да, я говорю, хорошо, спасибо. Это москитная сетка, с которой сделана это. Но если сейчас выключат свет, вы ее не увидите практически. Вот. А если свет, который мы даем за москитной сеткой, он уже будет иметь совершенно другой вид. Сейчас на вот этой москитной сетке будет какую-то визуализацию. Настя даст, я даже не знаю какую. Мы специально для этого не готовились, мы просто решили показать, поделиться нашим опытом, что мы делаем и как нам кажется, может быть, вы где-то у себя попробуете это использовать, и вам это будет интересно. В чем задача? Задача стоит в том, чтобы зритель, который находится у нас, не увидел ничего такого происходящего. Он будет искать, откуда идет, где, кто это, там, это. А у нас ничего не происходит. Сейчас вы немножечко увидите. Но поставим мы проектор справа или поставим мы проектор слева, и он будет светить в кулисы. А на сетке вы увидите изображение. И у вас никто из людей не увидит, откуда идет это изображение. Вы скрываете проектор, но открываете визуализацию. Ну, например, покажи вначале, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Берите свет. Видите, да? Вот вы видите, там вот видно отражение. Но если сейчас я этот проектор поставлю чуть сбоку, или вот здесь на авансцене, вы вообще ничего не увидите. Потому что изображение уйдет в кулисы, вы этого не увидите. А для вас на вашем плане визуализация появится вдруг какой-то персонаж. Это маломощный сейчас проектор, просто не было времени поставить побольше. Если эту сетку я разрезаю на несколько частей, вешаю здесь, сзади, вешаю здесь, вы можете сделать для себя какой-то сценический ход. Например, появляется персонаж здесь. Джин. Потом он делает вот так, фух, и он окончился там. Он на ваших глазах создает ощущение нереальности, да? Или стоит какая-то там королева или это, взмахнула она палочкой, и раз, появился это. Появилась визуализация. А в этот момент сзади темно, человек становится сзади. И если вы еще дымом подсветите его, здесь, вот убери, пожалуйста. То есть идет у нас какая-то визуализация, и потом вдруг раз, бах, и светом высвечиваете его. И у вас уже ощущение какой-то правды сказочной появляется
в этом. Это не только касается сказочных спектаклей, это касается и образного решения каких-то вот режиссерских приемов, которые вы можете использовать в разных спектаклях, программах, во всем, в чем хотите. Все, спасибо, понимаете. Пожалуйста. А то я себя чувствую неудобно. Да. Смотрите, вот последняя работа, которой мы гордимся, ну, наверное, гордимся, потому что нам казалось, что это та работа, которую мы сделали на совесть. Это последний спектакль, мюзикл «Король Артур». Это французский мюзикл, который у нас называется «Легенда». Вот, значит, соединение видеопроекции, декорации, костюмов и света выливается, как бы мы говорим, вот именно, как вам сказать, не в сказочную, а более такую вот, вот именно легенду, понимаете? Вот, легенда становится действительно легендой на сцене. Давайте просто посмотрим, да, немножечко, кусочек. Настя, дашь нам кусочек? Thank you.
использование так называемых водопадов. Сцена, которая, вот вы видели, она заполняется водой. Она на самом деле не заполняется водой. Она просто уходит вниз. А вода там уже внизу. И она просто поднимается. Вот с этого бассейна круглого она поднимается. А когда вы сцену поднимаете, она обратно уходит в бассейн. Понимаете? То есть сейчас вы это не увидите. Вот невооруженным глазом это не видеть. Это вот видела Кристина, она реально была на... Это Франко Драгоне, один из знаменитых режиссеров. Мы с ним встретились в Турции. И когда он делал проект в «Парке легенд», да? В «Парке легенд» он делал свой проект на это. Это уникальный режиссер, уникальный человек с необыкновенной фантазией. То есть... Если я говорю, что я шизофреник, так он травёт. Понимаете, да? То есть выдумывает такие вещи, которые, ну, вот во сне, наверное, не приснятся. И костюмы, и эти самые. То есть вот это элементы, то которое, это его шоу. Вот, и тот режиссер, который создавал цирк Дюссели. Многие проекты цирка Дюссели. Вот это он сделал в Дубае. Такое же шоу он сделал в Лас-Вегасе. Вот это сегодняшний день. Это сегодняшний день использования современных технологий, которые, вот то, что мы говорим, что же нас ждет в будущем. Ну, я думаю, что это еще не предел, то, что нас ждет в будущем. Потому что использование экранов, а там экранов, сейчас, ты можешь город показать? Вот вы видите сзади экраны, вы видите сбоку экраны. Сбоку экраны, вы видите этот самый экран, проекция прямо на пол. Что у тебя там, Настя? Ну вот, вы видите сейчас сами, что, что происходит на это. Проекция везде. И ощущение, когда ты садишься туда, ты погружаешься вот именно в эту атмосферу, что тебя просто колбасит. Причем это все продолжает движение и на зрителей тоже. То есть ощущение присутствия стопроцентное. А фонари у нас можешь? Нет? Ну вот, смотрите. Опускающие люди, которые витают в воздухе. Вот они, пожалуйста. Причем не все из них циркачи. Некоторые из них волонтеры. Обычные волонтеры, которых набрали для того, чтобы сделать это шоу. Спасибо, Ната. Спасибо. Здесь на видео просто не очень хорошо видно, чтобы вы просто себе понимали. Вот Алексей Алексеевич показывал водопады. За одну секунду со всех сторон, вот представьте наш зрительный зал, со всех сторон начинает течь вода. Вот такие вот водопады, они стеной полностью заполняют вот так вот зрительный зал. И проходит меньше полуминуты, и вода вся исчезает. Из пола, отовсюду. Актеры сухие, если это надо. Бассейны, вот там вот, вот этот бассейн, который бурлил, из которого вода как бы поднимается, ну мы так себе предполагаем, да, он внутри, наверное, оборудован какими-то туннелями, отходами, потому что актеры, циркачи, они поднимались там под самый купол зрительного зала и падали прямо в этот бассейн, и оттуда больше не выныривали. И... Нет, они потом выходили на сцену. Они потом выходили на сцену. Я имею в виду, что как бы они не поднимались из воды и не уходили по сцене. То система есть... подземных туннелей. Да, да. И также там бассейн, по идее, оборудован каким-то подъемным лифтом, потому что там был момент шоу, когда главная героиня, мы просто сидели как раз сверху, и нам было хорошо видно картинку, видно было, что главная героиня как бы лежит на дне бассейна, она там упала в воду, потеряла сознание, она лежит на дне бассейна, и ее вот в таком вот состоянии недвигающемся прямо поднимает что-то, это не видно, то есть что это лифт, может это прозрачное стекло, не видно, что это, но вот просто я как
как бы я много видела, достаточно много работаю со своим отцом, чтобы видеть всякие разные современные технологии, но я действительно была просто в нереальном шоке, я вот так вот просидела все шоу с открытым ртом, потому что там, конечно, возможности технологические просто нереальны. Но это не значит, что мы этого не можем делать. Мы это можем делать, даже пускай это будет в мелких каких-то масштабах, понимаете? Мы тоже начинаем с каких-то маленьких вещей. Сейчас, конечно, светодиодная продукция, она больше выходит на это. То же самое, как и световые приборы, которые, они больше используются сейчас светодиодные. Делаем разные фигуры, костюмы светодиодные, там приспособления, вот там аппараты. Покажи, Саша, аппарат. Ну, например, аппарат, да, там какой-то там пушка, там, например, да, вот вы видите ее там беленькая такая, она красивенькая, но в какой-то момент определенный он ее включает, и она становится... Она может загораться определенными частями, то есть вам надо, да, вообще это снег машина как-то правильно? Нет, это, господи, вот бумажное шоу. Это бумажное шоу, у нас просто в новогоднем спектакле была такая задумка, Дед Мороз устраивал, да, как будто бы снегопад, было бумажное шоу. И оно специально оборудовано вот такими как бы определенными этапами зажигания, потому что по нашему замыслу оно заполнялось, наполнялось. То есть можно включить какую-то определенную часть, можно включить все вместе, как вам надо. И это все реально, то есть мы сделали это действительно без помощи каких-то фирм и каких-то это. Это действительно, как мы говорим, наши очумелые ручки. Да, студенты Академии культуры, которые своими ручками это просто сделали. Поэтому я считаю, что это стоит того, чтобы действительно где-то использовать как прием это. И вот, чтобы вы понимали, многие идеи, которые это, мы берем, я все время говорю о том, что почему все время скатываюсь на то, что я ищу постоянные пути, потому что я работаю с молодежью. У меня театр молодежный, у меня все молодежь. У меня студенты молодежные, которые пихают и говорят руководителям, ты иди, учи нас так, чтобы это самое. А что ж ты ничего не знаешь? Мы это видели, ты сделай так, чтобы мы удивились. И вот это каждое утро просыпаешься с тем, что ты понимаешь, что в каком-то мероприятии тебе нужно удивлять, что-то придумывать, это нас, конечно, сподвигает. И поэтому мы, естественно, и в театре, и везде стараемся удивлять, стараемся создавать какие-то элементы, костюмы, видео и это. Вот то, что мы, в принципе, и будем подводить сейчас черту, потом будем слушать вас. Настя, дай нам, пожалуйста, наш театр. Своих студентов, я считаю, нашей командой, поэтому, если вдруг у кого-то возникнет желание, подумайте, прежде чем поступать в нашу академию. Потому что все вас голосуют, давайте, давайте сюда студентов. Я серьезно говорю, я человек конкретный, и я человек честный. Да? Если человек действительно хочет чего-то добиться, тогда ему дорога сюда.
Если человек хочет просто получить диплом, ему дороги сюда не надо делать. Потому что, вы понимаете, для этого есть, наверное, другие какие-то способы для этого самого. Потому что мы ненормальные люди. Мы работаем сутками. У нас выходных, проходных нет. Мы не понимаем, что это такое. Понимаете? Мы люди, которые работаем в оргазме. Я это четко называю, не воспримите это, пожалуйста, как это самое, а именно с душой и с отрывом. Мы должны приходить и создавать. От нас требуют люди, которые хотят это. Поэтому, прежде чем прийти к нам, подумайте. Мы ждем вас в любом случае. Я чуть-чуть дополню Алексея Алексеевича, буквально пару слов. Все, что вы видели вот касательно, я не говорю сейчас про городские мероприятия, я говорю касательно нашего театра. Это не профессиональные актеры. Это люди, которые пришли, есть, конечно, какая-то определенная часть, это выпускники Академии культуры и не только этого вуза, но большая часть наших актеров – это ребята, которые просто пришли с улицы. Они учатся, они чего-то добиваются и становятся, действительно начинают работать как профессионалы. Поэтому, и это я просто знаю, что у многих из вас нет там возможности, к примеру, работать с какими-то профессиональными актерами. Если у людей есть желание и стремление добиться, можно в принципе всего. Спасибо. Вопросы. Если есть вопросы, давайте я быстренько отвечу и постараюсь так, чтобы мы подвели черту этого всего. Я хочу сказать только одно. Вы понимаете, семинар обзорный. Вот нет конкретики такого диалога с вами, чтобы вот рассказать вот по пунктам, взять, например, какой-то проект, да, и от начала до конца поставить из технику, показать вам, как это ручками это все делается. Но это наши студенты это делают. То есть они проходят этот момент. А вам бы, конечно, хотелось. Конечно, хотелось бы, наверное, я думаю, что кафедра режиссуры, Академия культуры сделают все необходимое, чтобы мы с вами немножечко почаще встречались, но именно по-деловому, для того, чтобы вам показать то, что мы наработки. Потому что, понимаете, мы, как говорится, не воруем друг у друга, а наоборот делимся. Мы хотим, чтобы везде было лучше, чем есть на самом деле. И дай Боже, если вы переплюнете нас и создадите какой-то шедевр. Мы приедем к вам и скажем: ой, ребята, классно, вы родили нам кучу идей, которые мы сейчас готовы воплощать. Так что, если есть желание, говорите, пусть собирают такие семинары почаще. Вопросы? Да. Я хочу поблагодарить вас. И знаете, по-детски, вот когда приезжаешь, дети, приводишь на эту фабрику мороженого, что нужно? Обязательно все попробовать. Вот вы сейчас правильно сказали. Нам нужно не только увидеть красиво, замечательно, но еще пощупать. Да, да. Мы надеемся на такую встречу. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы рады были встретиться с вами. Если у вас вопросов нету, и если нет вопросов, я очень рад встрече с вами. Есть вопросы, да? Нет. Вот. И давайте сейчас, пожалуйста, делиться опытом друг с другом. Вообще классно было бы, если бы мы собрались вот так вот какой-то и на каком-то проекте конкретном месте вот так вот бы, чтобы вы поприезжали несколько раз вот так вот. Например, вот мы делаем Щелкунчиков, там приехали на какую-то промежуточный этап, потом где-то это, и потом перед выходом. И вы реально это посмотрите, как это реально, и как люди, которые работают с нами, хореографы, вот вы задавали вопрос, там это дети, которые танцуют там и все это, с какими глазами они это делают. Спасибо большое. До свидания.